Все, разобрали палатку. Вытащили спицы. Луночка, я видела, кто начал это делать. Я видела. Что дальше будете разбирать, девочки? Инженеры-конструкторы. Никуша. А, Никуша. Ники! Никуша! Снегурочка! А, вон как надо было. Ну, интересное, конечно, занятие. Надолго нам теперь. Пока мы это все не разберем, не вытащим резинку. Ну, на работе должны быть какие-то всегда недопонимания. Главный инженер с чем-то не согласен. Этот партнер по разборке тоже с чем-то не согласен. Ой, интересная какая игрушка. Правильно же говорят, нельзя детей ругать за то, что они ломают игрушки. Они просто исследуют. А может, это в будущем будут знаменитые инженеры. Кто знает. Может, мы скоро услышим вот эти два имени. Ники и Луна. Thank you.